Я всегда шаманом выбиваю на хила шмот изначально на десятках, на 10 гир. И нам остается, если что. И в этом же шмоте на 10 гир. Отлично хилится в одного. И не так садится по мане шаман. Это уже 10 гир. Это будет ретрика. Очень плохо, очень, что у тебя да, и в кукле, шмот. Короче. И в кукле потому сиди, короче. Не, я понимаю, что соло хиливает о том, что по мане все равно садишься сильно. Да, я тоже могу соло, тоже хилю по КД. Прикол в том, что на Синдре очень сложно захилить, потому что там удачи много надо. По поводу меток на последней фазе. Это жопа. Я своим шаманом в 5.7 гир соло хилю. Я уже говорю, у меня даже скриншот с ваны был. У меня там, спасибо катапульта. У меня там, что-то, 20-ка хпс было. У меня только один бонус от сета был. Где лок? Сказал, отойдет на 6 минут, стрём встретить. Он на себя бежит. А 3 нету у тебя на МП? Вот, вот в том-то и дело, что у тебя 3 нету, она, они основной монарик дают, а потом шмут. На пол будет в кукле. Пыль, да, пыль, пыль хотя бы одеть. Ну вот. Входим, переводим сразу бустим. Все готовы, койт пей. Тоже побью его немножко. Смотрите, он не пробивает самосвода сильно. Пустим за всех сил. Ты так сильно не бурсти, копар, да и мне похилить. Херасим, не снесли ему там. 5% еще дота сожрали, вот этот дикий просто ДПС. Ага. Шаман потому что зашел с тотемами. Беги. Ну сова, ну как ты так? Ты же видишь, все отбегают, а ты стоишь. РДД в печенку собираемся. Дали как четко. Я откинула бомба и колба, я нажал блинку, уходим в центр, там печенька летит, хуйня в нас. Хант, отпрыгни. Нельзя отпрыгивать под этой хуйней. Все, убили, не сбегайте. Хорошо, следующий красный. Буду давать ускорение, если что, на цель красного, если он будет близко подходить. Замечательно. Он не убегает от хилов. Мешка в центр, осторожно, садень. Главное этот, какого, приз, не давай на себя щит. Вообще красная хрень льется. Ух ты. Готовим проки на него. Пошли мочить. На сове. Сева, к столу. Недубовую жопу. К столу. Хуя он умер. Умер. Переводим. Давайте теперь мешка нам в голову. Задотываем. Что-то Войд заигрался, бегал, прыгал, а ужин не допил. Нормально. Мы ведем справа его. Да, да, это фигня. Шаман Геру. Может... Мы Сало. Могли, короче, вот убить. За еблом профа не стоим, все стоим в печенке. Видите, шаман четко стоит. Видите, полетела пельмешка туда, уходите. Мы его могли убить без обломы. Мешка, знаете? Осторожно. Опа, танки орган, рады. Надо орган. Конечно, бери. Палу твоего левела, это сейчас отличная хуйня. Броня и ХП стакающиеся.
Ты, кстати, тоже. А, что я на этого, блядь? На рейтрик, да. Там фурика, бла-бла-бла. Угу. Колбу сменил, блядь. Бы танчил. У тебя меткости сейчас. Вот, на трэше на личе очень хорошая тринга. Постоянно. 7% есть? Не, не хуйня. 5-6. Нужно 8. Нужно 8, чтобы вместе с символом не мазал таунтами. Сейчас скажу, сколько у меня в цифрах на про 180. И символ, я, по-моему, это 7%. Я вообще обожаю больше всего танчить протопалом на личе. Я тренировался, когда рука просто рейдил давным-давно и постоянно паладинами там танчил. У меня все на автомате получается. Ждем войда, ждем демона, потому что без, блядь, огня в небес... смысла нет пулять. Так, вот здесь очень аккуратно, не срывайте агро, а то вас ваншотнет. Прям советника. Нам сало, поехали. Что-то кинули на меня. Где ты? Почему на меня обязательно? Странно. Колбу сожрал, да, вот этот вот, маг? Нет, да, да, точнее, не мразь, а? Смотрите, этот трэш не ваншотит, но... Сади, вот самый интересный этот. Да-да-да. Давайте мы его спустим на лестницу. Законтролим, давайте. Давайте, танки. Я законтролю. Еще тактика. Давайте законтролим, я звезду. Сейчас, секунду. По минусу Вивальди. Я контролю одного. Сжимайте все дефы, замедляйте их, встаньте. Сука. Станы дают. Точку играть, почему это 4 моба? Почему 4 моба? Я же законтролил. Кто бил? На войде стан. Подочку добивайте. Откуда минус эрдру, минус войд. Ребята. Так, понятно. Как вы согрели 6 мобов? Я же законтролил одного. Должно было быть 3 моба. Что за просто бред? Там моб рослый, который он дает боб, он дает антимагию, вот эту панцирь. И чтобы он этого не давал, нужно его спускать вниз. Так их 6 было. Откуда их 6? Еще 2 прибежало. Значит, наверное, патруль. Патруль, да, там 3 трое патрулей еще. То есть на 10 с этим самым, блядь, советником. Сами все видели. Пиздец какой-то. Взяли нам ЦУК, сделали хардмод в сраный 10 обычка. Лучше просто у вас 2 креста. Покаяние. Два раза оковы. Пиши в чат, не спай мой ник, просто пиши в чат, что ты хочешь. Все вижу. Тебя героический. А, да. Грац тебе. Ролю. Чем я могу помочь? Всего хорошего. Теперь я понимаю, почему у тебя не катапульта. Ну потому что ты летаешь как катапульта на этих шпорах. Еще и огонь летит. И огонь, и лед, блядь, все летит. Хлыбы летят, летит все. Знаю, где сервак расположен. Циркулиски, и мне до него пинг 2 миллисекунды. Говорили, что сколько? 2? Ни хрена себе. Ты что? А ты в каком городе живешь? Москва. На сервер под Рязанью. Да. Дата база. Где-то там.
Слушайте, что мы мелочиться будем? Если хотим узнать, где сервер, и потом его бомбануть, так проще сразу ядерной боеголовкой бомбануть. Чтобы бить кодекса, да? Да, чтобы не промахнуться. Пять фулбаф, пристыли покаяние, что-то ее дохуя. Смотрите, только патруль, чтобы ушел к другим этим петам, ПЦ точнее. В 6 штук их не было. А что звезда на тактике аж ставил? Ладно. О, так мы одного слили, ребята. Сейчас давай одному посылаем, нормально. Идите, присты. Ты там. Скайте вниз. Давай, я контролю. Не успел. Ну вот зачем вы сначала прист контролит, потом вы уже начинаете тактика. Тактика, играем. Без мозга идти. Командира. Тенекси, беги. Блин, ты кастуешь очень быстро, не успеваю хилкой кастануть, ты уже заотхиливаешь. Стойте, не обидите. Стойте, патруля отпустите, да. У меня не докап. Ромбику даст контроллер от Рокстер, а Вивальди дашь кружку. Если я сейчас Ромбику пойду давать контроль, меня убьют. Мне проще давать, я за контролю. Ты дашь ему контроль тогда, когда Вивальди даст, и он побежит. А может давайте я вот этому ромбику дам? А? Нет, вот этому ромбику, нет, он ближе. Нет. И побежите вот сюда, вот по лестнице, где звезда вам показывает. Вивальди. Вивальди, давай ты первый, а второй. Беги. Давай, контроль свой. Вот, все отлично. Хорошо, что у меня ускорение есть. Просто сова на тебе агро. Мошенничества. Да я еще тот мошенник. Я вот такой, видишь, я он кинул боб нахуй. Ну да, командира, ромбик. Хильте я там на боб. Вижу. Короче, я пауэр хилю. Попытаюсь. Так ты прикинь, как она будет бить вот этой дотой, которую она на Войда будет вешать. Это вообще будет жопа. Держите меня, трое будет. Интересно, в принципе, как дамажит. Ты патруль пиздить. Ты, может, я кому-то контроль? Он ромбик за контроль. Сзади, за спиной у нас, вон он. Под совой. Там командир на меня смотрит своим гнусным фейсом. Тихо, босса не запустите, отойдите назад. Отойдите с мостом. Пойдите за... Доту я дам. Вперед, нормально. Дали ему стан. Сейчас второй дам. Хмели, а ты сколько выдал на сурке? Мне просто интересно. У тебя уже хант подрос. Пейте ману. Ману отпивайте, не бегите в центр. Пафы надо ко мне. Ханты на сферах традиционно. На бомбах, точнее. А ты трэш бил, хмели сумели. Чё ты свапы дамажишь? Ты 6 тоже. Дай на тебя глянуть. А, у тебя в тренинге. Слушай, а ты за знаменем не ходишь, хмели?
на пул. Ты не ходишь за знаменем в испытании чемпиона? Знамя поменять вот эту тринку за триумф. Ехали, Шуман готов. Начать. Занимаем места. Что на хохля, скажи, украинская мова. На пуль от удара на танк. Декан двоих. Лорана не бейте. Так нам повезло, что Келисет не ваншотит копьем. Отведи их туда к воротам немножко, то в моей сфере будет овощи. И принцы. Вихри, отходим. 7 метров рынч от себя от танков. Видите, принцы сильно не бьют. Нам повезло опять же. 35 калса удал. Нормально, это не сильно еще. Что же будет в Гере? Дай сальву мне. Топор Сивен, отойди, пожалуйста, от ядра, может загреться. О, тихо. Пушка в центре, сова, отойди. Сова, хант, вы полетите. Оба полетите. Ух ты, молодцы какие, а? Ножу почувствовали. Парк стар с одним словом. Як и бомба тут же. Вы знаете, что тут принцип. Ой, тут ловушка, уходим отсюда. Тут слишком опасно, блядь. РДД, Ренжу, держите. В тот раз там чей не зачем. Фога дубовую жопу. 43 кхп. Хант, ловушка. Вперед. Моя королева. Он грудачок, лок понить. Вот такой есть. У меня 25. Контролить трэш надо. Не врывайтесь сейчас, ничего не делайте. Маны нету, куда же вы пуляете, блин. Он один, хуйня там. Блядь. Макгрегор. Все, пейте ману. Короче, тут принцы тупые. А, есть такие сервера, где принцы очень умные. Допустим, на 10 гер берет вот этот белым вихрем, талдером кастует, и зажимает рейд с двух сторон. И рейд начинает от одного вихря к другому кидать с рейнджой в 5 метров. И тупо понял, как в терке, в мясорубке. Такая жесть начинается. Со стаками. Вон там кружок, Рокстер, Ромбик и Вальди. Выберите цели свои, подойдите. И контрольте. А мы сходим, я что-то... ромбик, да? Да. Отойдите совы назад. За спиной. Дал стан. Беспелить это все. Бог, тактика. Лёха. Кинул херню в него. Маг прибежал. Пиздец, тереб соло не похилишь, блин, вообще обидно. И не потанчишь соло. Да ну если пофилишь.
фиксит эту хуйню. Не, ну я там что вот это же ПВА там 5.3 вершину Рудгард, и там в скаде вот этот рейш, который перед ним бегает, тупо Укси, помните, вот сносил там 2000 вообще. Погнали быстрее. Ману отпить. Есть рыбку, поставьте рыбу. Фога зальешь. Будем секать. Фога зальешь Рокстеру, Ману, когда я попрошу. А хиппи, короче, хиппи зальет. Зальет Ирша. Когда надо будет. Ну, да. Знаете, да, там на кого орехи кидать? А ой, да. А ты можешь кинуть нас с танком в одну пати. Ассист есть. Там можно будет захилить на нас. Конта еще. На взлетке я буду читать гимн. А нет, не буду я на взлетке. Как она будет садиться со взлетки, сразу ставь, как она будет уже садиться. ПП-шка, РДД-шка, а вам вот два хила в пати. И в каждой пати будет спокойствие. А там спокойствие тебя... не нужно. Ну, оно пригодится. Лучше будет, чтобы в каждой пати был грид. Там у тебя будет двойной захил по петам Ханта и Лока. Черт на пух. Капар Сивин меня не слышит в руках. Ман? Ман готов. Слышит нас, наверное, или что? Не слышит Амак. Меня. А я рыбку не поел, подождите. Что мне тут писали. Команд готов, ждем бьёдный и пуляем. Сколько там? 19, все, баф рыбы есть, поехали. Тотем антифир ставь. Больно, что я говорил? А я ж говорил, дота физурун. Давайте сидите на мне хорошенько. Сидим, да, она и сумасвода бьет больно. Давай, беги. Антини. Тебя щит дал. Что-то на 3 стало выдобить. Что за фигня? Ну, наверное, по нему парированию проходит. Это же когда по бунка попадает. Или типа. Так висит же ж дота, ну, сама белая, по себе. Белая вот эта хуйня дота. Это безумный выпад. Ух ты. Тени. Безумный выпад это дота. Типа кровотечение или что? Все зеркало есть. Еще есть вот эта хуйня аура, у меня чего-то нет. По-моему, аура тьмы какая-то теперь. Залей ману тоже, друид. Друиды залейте, кому говорили. Там Вивальди гимн на ману читаю. Лучше на взлете бы читал. А потом ты сам прочитаешь. Не, я после взлета. Зато тебе сейчас. Факт. Сантифир, не забудьте кинуть на кого-то. Это будет не приз. Достали через центр бегать. Серьезно, буду соблюдайте. Сбегаться, сбегаться через центр достали. Сейчас. Данжу наберите.
Вивальдина на лицо. Макро. Не надо, оно не убьет, Ахилла, чего вы паритесь так? Ну, чтоб точно не убил. Нет, никак не убьет, я бы и сам тут захилил. Хотя нет, ладно, вру, потому что вас больно бьет сильно. Так бы отхилил, если бы не эта херня. Ладно, давай, не буду бы запрещать. Дал Сакру проеду, короче, поможет. Да, блядь, не, больше не пойду с этим шаманом хилить. Так неинтересно даже. Ну а что? Блядь, я удалил отчет. Так там цепухи сплошные, конечно. Ну там хотя бы волны у него 660, цепухи 400. Ну, не важно. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. Понимаешь, в чем проблема? Ты быстрее кастуешь своими отхилками в танков, и у них фул хп, чем я. Я только кастую большим исцелением, только я малка. Милая настакал, мне надо, чтобы большим кастануть, две хилки кастануть перед ним. Только большую костую ты уже отхилил на фул, и так да, постоянно. Да, о чем вы говорите? Ты что хочешь доказать? Шаман обходит хулиприста онлайне всегда. Хулиприст может обойти шамана, да, только на Синрагосе, когда шаман освобожденка и не хилит. Чего подобного? Что у меня, еще капов нету, плюс у меня... Да даже если ты фулбис оденешь, ты его не перехилишь. Ну, если хилить как варенька, чисто хотами туда, если хилить костами нормально, то... Помните поднять рейд, вот для чего хулиприст. Ну это бурстовый хил, я говорю. Он либо как рду, либо бурстовый хил. Связка молитвы исцеления, круг исцеления, топовый. Носители смерти, чтобы не вызывал бомжей. Ченка. Молитва исцеления лучше бьет. А, ну да, ты так и сказал. Остальных воительницу. Потом повелительницу. Понятно. Хулиприст говорит, у меня мана на исходе. Что делать? Ай! Собаку вызывать, которая по 7 тысяч бьет. Пой бомжей ДК. Надо резать людей, вы решили все упасть, что ли? Ну да. Тихое. Упасть перед духом. Хоть и падать. Вы просто не дали попить, вы сразу сагрили. Я только сел пить, вы пошли агрить, вы даже не спросили. И шаман точно так же. Не знаю, что с масло. Не трэш, сагрился. Вы его агрить. Можно же просто подойти и сагрить этих повелительниц. Чтобы они не уешили, блядь. Надо, наверное, на трэше, блядь. Фласка на МП у меня надо есть. Надо подождать, пока откатятся гимны на ХП, на МП5. Чтобы на трэше могли дать... Гимн на ману, один, второй, потом гимн на хп, один, второй. Так мы бы не просили, понимаешь, мы не отпили до конца маны выпульнули. Да я знаю, самосводу скажите, что он так бежит в трэш. Надо прийти и отпивать ману
Может, вы долго стояли, думали, надо отпивать ману сразу. Ну, ты лучше пыль возьми в банке, вместо счета Валтера. Или сейчас. Да, ни к чем побежал уже, точно так же и я. Ни к чем. Думает, два хила. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого смотрит больного на Финкельштейна. Он, наверное, не хилил, надо, чтобы он хила сделал. Удалил всех чаров, сделал хила и понял эту боль. Все, да, что ты пыль не сгонял, не взял? Сгонял бы пыль, было бы все намного круче. А, да, ты уже там. Я тебе дам фласку, у меня есть фласка. Тебе дам. Давай, там шкаф с у меня шмон. Есть? А в идеале еще да, утешение. Давай шкаф. И зашибись. Куда идти, что ли, или что? Он прыгает, я вижу его. Дай шкаф, Лок. Она нету, блядь. Прыгает, Лок, давай шкаф, заебал. Она ФК. Да как он прыгает, если она ФК? А он не прыгает, он стоит. Только что прыгал два раза. Ты прыгал. С Локом перепутал. Что ты говоришь, да, Лок? Ты перепутал. Не-не, Лок отбегает. Шкаф, да. Вот, я же говорю, не ФК он, блядь. Так он только подошел, блядь. Ты видел, он стоял, он чек не принимал, стоял на месте. Не, все правильно, он тоже прыгал. Шаман там 90 маны. А боже, слава богу. Все, шаман здесь. Не пошел. Опять пулять тут держите, немного. Дайте, да. Агрить только этих двух. Не подходите, блядь, близко. Ну что ты сделал, блядь? Я же его запуливал. Этим гнев небес можно давать. Ты добивайте ледяную. Ну, смотри, как... Меня въешило. Все, я побежал. Прощайте. Давайте бить этих паскуд. Вот. Врывайтесь, пачки эти. Врывайся. Паскуда, тварь. Че, у тебя охотниц? Тель смерти. Блять, на тот девочек прыгнул. Тель смерти. Там повелительница. Пес вас долбит. Сильно, да. Смотрите, я не знаю, как мы сейчас верхний пак снесем. Нам надо опять по одному, по двум мобам вытягивать. Как будем делать? Давайте. А, Войт выдержит в таком шмоте, не выдержит? Войт выдержит. Ты эту пачку. Войт выдержит, если два вот этих вот засранца заберет ДК.
каким-то образом, не знаю как, но надо два забрать. Их так ближних туда агре. Подожди, Мана. Подожди, Мана. Если ДК возьмет 2, да, то паладину легче будет этот выдержать. А если паладин будет держать всех, кроме одного, то может сбрить, учитывая, что у них дамаг больше. Ну я скоро прожму БЗ, а там смотрите дальше сами. Но ты же понимаешь, что оно не вечно. Мы его пока будем бить, закончится. Ну, я имею в виду на раскастовку, там у вас будет 10 секунд. После БЗ еще ХП настакает орган, так что... ДК, попробуй, короче... Лучше вместо монеты его поставь. Да, поставил вместо монеты. Броню даст и ХП он. Посмотри, сколько какой там стак идет. Смотри. Монету вообще можешь теперь выкинуть. Орган намного лучше будет. Тебе даже не придется его менять. Колба. На ХП. Лучше оставить тогда монету вместо колбы. Ну, кстати, меткости не хватает. Но... Я понял. Понятно. Поехали. Давай, ДК вытягивай двух больших. Давай, Войт ворвался. Стаун тебе одного просто ДК. И ЛПшку дай. Ждем звезду. Отсекаем пока ромб. Ждем вот второго. Отлично. Подотаем. Отсекаем первого. О, пошла жара. Дал саку, кончили сделать. Я тебе ангел. Ой, оберегающий. Ангела дал, так что... Следующего, следующего дергай. Да вытягивай еще одного. Эти, вон он. Хваточкой. Вот полководец. Сам. Ты можешь там тыкать. И стой, лох, отойди, не стой так близко, тебя ж убьет. Лох все равно стоит. Лох, ты ворка вообще, отойди оттуда. Тебя прошибает. В костре там. Да он не в костре, он у оба ДК стоял. Справились. А Войт, ты главное сзади подбери двух мелких, а то они нас ваншотнут. Кстати, сильно бьют. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Останьте чемпионы серебряного... Там бегут эти петухи. Видите, как все просто, если логически подумать и разделить трэш на двоих. Ой. Опять этот Брэндон. Они не больно бьются. Они в Войда вообще не попадают даже. Ой, блин, Синдрагоса и льдом будет фигарить, и физатаками сильно. Пипец. Я думаю, должны вытащить. Это же... Нам... Ну, в сторону, но... я думаю, не стоит носить метки. Ва, у тебя эрдру есть? Есть у него. Все, спекся в эрдру. Да. Шам эрдру будут летать порталы. У нас проблема сейчас с толстыми будут. Они очень больно будут бить. Сейчас еще одну сову спекнуть. Не-не-не, куда? Ты что? Побыстрее этот фога. Регень ману. Смотрите, нам надо как-то вот этих вот, короче, больно кто будет бить. С большой здоровый и тот, который взрывается, когда его убиваешь, они будут очень больно бить. Почему надо... сразу стан, потом этот, потом агри. О, у нас есть вариант, а у нас всего один пал не выйдет. Можно было бы их пофирить этими изгнанием зла, но не получится. Хрен с ним. Убивать надо. Я понимаю. Паладин, паладин даст ему правосудие замедляющее и убежит. Приоритет. Приоритет, по идее, меняется, если их сразу надо разрывать. Питает Танкси и Фога. Ой-ой-ой-ой-ой. Дырное подавление.
Приоритет. Секайте их. Там маг вышел. Мага секаем. Напоследок. Тут там ловушки дать червяков. Червяки очень больно кусаются. Можно град стрел плюс на пол. Она прокопала. По 6 кабьют. Нормально, чё? Повезло. Этот вроде лед сильно пробивает. Давление где-то вылез сейчас, вот слева бегут. Не веди, не куда ты его водишь, блин. Я аж испугался, он же кливом бьет. Первый осторожно. Порталы. Я диспелю с хилов. Он не успеет, а успеет. Успел, я диспелю с ним. Мне надо толстый, что хрен. Вышел. Да, маг слева. Ледяной. Мне манну тригенить надо, для этого мне надо толстые засранка. А, уже почти, уже скоро захилят. Может и не надо. Давай, лови его, только слови. Не словишь. Подавление где-то слева. Словил. Сумасвод, ты убил мой монореген. Не словил. Это крылья и этот возложение можешь кинуть. Вот. Не дал ТЛП, и он убил моих монстров. И мои монстры не отрегенили мне ману. Все-таки тут трэш тоже больнее бьет. Потому что дыку что-то прилетало не слабо, на толстом. О, захилили. Вот это ж я хотел понидить плащик. Блин, а у Лока какой-то. Это ж мне не хватает на приста ступней плаща. И пояса на шипы. Запотанчу, бля, сдохните все, бля. Я тоже хочу покурить, бля. Ивен, пройти и покурить перед чем драть. Покурил нахуй. Не могу рестнуть, чувак. Пацан, блядь, в лифту, который... Не могу рестнуть. Ребят, не вставай с тела, хорошо. Бляха, тут трэш очень больно бьет. Ой, держи мужу, пожалуйста. Очень больно трэш бьет. Тряпок. Даже вот этот вот мелкий, вот эти жучки. Надо просто за стенку залба забежать там. Не уходи, иначе мы упадем. Этот трэш, вот эти жучки очень больно бьют, мелкие. Зайдите за угол, чтобы они сюда подошли. Ч
Че вы вышли, блядь, приглядываете? Пойдите. Вот мелкие жучки, их надо быстро сливать. За угол зашли. Мы сейчас, наверное, на дракончиков вайпнемся. Дай жукам зайти сюда к нам. Короче, а как мы дракончиков убьем? Они же ваншотнут любую сову и мага. Кому-то повезет больше, кому-то меньше. Это когда все в порядке. Кто так рассуждается? Тут они все хватит. Ребят, у нас мана закончилась, так что не пуляем. Ройте быстрее. Давай, беги, Фога. Да, вставай, беги. Смысл откурит. Ты вот соберешь всех? Ну, можно попробовать. И бок. И прожимайся в деф, потому что они очень больно бьют, у них физурум. Пожали еще боешку. А там смысла нет просто. Боже, я уже сплю. Нет, должна она разролиться, когда у нее закончится время. Фривуд, ну, наверное, чтоб ты случайно не забрал боешку без рола. Так у вас вопрос наивный. А Боб что, кому магу давать? Можно Сове. Нет. Можно ШП. Сове. Это однозначно. Я же говорил Сове. Нам повезло. Даже учитывая то, что они прошибают броню, эти мелкие дракончики, в принципе, не очень бьют больно из атаки. А кто нас у нас свода напулил трех штук трэш с нами? Два дракона. Да, в салу успехайся. У нас два хила есть. Сумасвод даже не бил дракона, а тут до последнего на нем сидел. Это вообще прям
смотрите, как завис и не в полях, ну прям тигр в прыжке. Нет, сальва вой. Я вон вис. Как долго же на меня, да? Всем за ворота зайти, чтоб сумасход не выпал, чтоб я вас мог хилить. Или вы хотите уронить такого? Не филит. То хребтохруст филит. Смотрите, как до сих пор висит и нику. Смотрите, какой красавец. Крылья расстали. И висит мертв. У меня он лежит там. Да, а у меня он в позе динозавра. Как на пьедестале стоит. Свой там клиф делю. Он не делится, он просто получается. Зачем мы сюда явились? Ману. Давайте фрошмот. Можно я покурю? Блин, я не могу ни на одном трэше отойти покурить, потому что хил. Потому что хил, да. Да так нечестно. Я ни разу не отошел. До рыбы. Хорошо. Можно я перекурю? Идите, короче, курить. То у меня и глаза слепаются, и вообще... 0.59. Сейчас 0.4. 4 минуты, короче. 4 минуты, давайте.
Че, где вы там все курильщики? Фоктер, Шама. Там 6 минут. По-моему, они у Холика. Шаман здесь. А, все здесь. Барабан обновите. Отлично. Чек на пол. Все готовы? Рыбку поешьте. Давайте 10 секунд и пуляем. Вот эта ярость Синдрагоса, она сбивает время каста. Что? Ешьте булки, летит дракон. Урод, да, постоянно, да? Да? Или не надо, или кастер с какой стоит? Ну, посмотрим, если сильно прошивать будет вас от льда. Секайте, бурстите. Тотем от льда есть, тотем есть от льда. Да, пусть стоит кастерская. Поставь тотем от льда, шаман. Копар. Вместо СПД тотем от льда. Все есть. Тяжко 5 секунд. 2 секунды. Беги, малышка, беги! Отбежали. Давай. Ложимся. Она нас приморозила. Смысла нет. Минус. Там приз больше 14500, а я 14200. У приста агро меньше. Что делаем? Доложимся, минус 3. Я думаю, можно в небо посмотреть. БРов нету. В бомбах можно поумирать. Был всем вместе маразнуться. Какие-то они веселые. Мы ж тут веселым, блядь. С такими обновами, блядь. С такими магами, блядь. Мы были... Мы кончились, все, ГГ. Мы бы выжили, если бы она не замедлила нас. Мы бы отхилились по ходу. Но она нас замедлила. Саль выводит, прошу еще. Так ты копии вообще не давай, блядь, чтобы не надо было просить. Поэтому тогда с пула сальву дашь, а копия после притяжки тыкну, тогда точно не слетит. Да, а нет смысла после притяжки. Там почему? Секунд 15 будет только битвы, да. Под копиями. Там 15 секунд. Там 7 секунд будет. Еще меньше даже. Да, сразу взлетает. Или 5, или 7 секунд. В конце, да. Мы поняли, что... Вообще тебе 9 ЛП надо кинуть. Там, короче, на леди я заметил, что трэш стал по ДБМу выходить. Вот я кричал, что не успеваем. Ну, потому что так и было раньше. Сейчас, походу, трэш выходит на леди по ДБМу. Кири немножко не так выходит. Как и в обычках тоже. Вон нет, канал... в обычках. Да, вроде ровно. Да, я ж хожу, и ты там, и там слежу. Что там по бафам? Шо, креста. Ждем. Баф впал, баф. Второго. Да я думаю, хватит времени. Рыбки нету, да? Ладно. Нету. Подожди, куда ты пуляешь? Что ты творишь? Летит. Ну пиздец, маны нету, он пуляет. Ёбана, бро. 54. Друль залей, маны хули приступ. Да, друида уже. Полку, если озарение порезано. Хиппи, залей Рокси Романа. Не надо, не надо. Я чуд... Свод был взяла. Я чудовище, меня отрегенил. Сейчас надо очень быстро бежать. Хай сальву. Тебя там и не было вообще. 80, 86 было или 84.
все замедленные, короче. Чё спадёт? Ну, а как мы будем бегать от... Воздушка, да вот эти. Метки. Опа, сейчас разобьем Войда. Войд у нас в правой. ВДК разбили, все равно здесь нет. В чем вы за правой прячетесь? За левую перемещайтесь потихоньку. К нам Войд. Тише, 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 не, не, не долбите ее. Последняя. Супер. Три секунды, а тебе сарва не нужна. Фоги сейчас. Мне не нужна. О. Я на фогу слил сальву, у тебя там. Тебе же смотри, осторожно. Сейчас перевести должны, по сути. Да. Перевоз, метка под лапу. Геру не. Даем. Портал лока, нока у него. Хил. Сразу сливаем. Да, да, да. Вторую туда же. Пока танки меняются. Ее не сливайте, будет притяжка. Готовился этот рак. Кец полетит, блять, под синдру. Давай, Александру. Разбили прямо под притяжку, вы чё? Ну вот, ждём, пока добав спадёт. Кстати, склеп. Ты чё там, куришь, что ли? Чё, давай меняй. Опять на меня шарик. Склеп. Дефов нет, хил, ты сейчас ревность там. Теперь 15 секунд, давайте метку влево, выносите синдру РТТ. Процентов добиваем. Отойдите от хмеля, отойдите чуть-чуть. Вас бы заморозились. Беги, малышка, беги. Давай тут его, супер. Да ты посмотри. Ух ты. Щит. Редко падает и пухой щит. Неплохая, кстати, пушечка. Такая. Ну, блядь, 3к хпс. Все метки на мне по кд. И 3 глыбы подряд. Это вообще бред. Почти подряд. 2 подряд и 1 после шамана. Пошли быстренько лечаши, это шотнем. Ну, почему слов. Сам подиспылишь? Конечно. Что сейчас переставлю только диспыл. Сегодня сам подиспылит, пусть тогда же да шаман на танке сидит. Ну так я подиспылю. Холи приз тоже диспылит. Диспыль ты тогда. Че мне шаркари пизды дадут, блядь? Дадут. Пусти рыбу. Вот он не падал. Сейчас мы проверим теорию этого Белина,
который говорит, что без одного таланта правосудия праведников не откатится 40 секунд стан. Вара, правда, стан 30 секунд и 20. А у меня 40 и 15. Я бы арканом не качал агро, поставил бы на чародейский поток, два таланта, задержка. Апу, Майк, где Шам? Камон, давай к нам. Все, столько тебя ждем. Фога, иди и встань, где волк стоит. Шаман, ты здесь? Сум, дайте шкаф. Зачем вам 41 мастерство? Я что-то не понимаю. 52 надо. 56. Лейрески? А с каких пор это? Это не поможет. Это только удар смерти будет сюда попадать. Запущен. Процент. Это для танкования тьмы. Конечно, по дисплею. Там колонна трэш танчит. А, на переходке помогайте диспелить приступы в один из сала с танков. Я буду диспелить, и вы помогаете. То, что я диспелить буду через таргет. Но я не буду слушать твои отчаянные крики. Так все правильно, на льду и надо стоять. Моей безграничной мощи. Я буду давать этот 5 секунд. Герои в атаку! Я оставлю тебя, чтобы ты увидел финал. Чума. Фога. Заебись. Уверни меня. Чума, кипуя. Бля, ДК упал. Ложимся. Че, как дела с умыслом? 4500. Тоже не успел кастануть. А че ты срываешь агрот? Ты не можешь без копий побить? Да как бурстить без копий? А на хрен тебе бурстить? Не бурсти. Чтобы всекать много. И не надо тебе много всекать. Блять. Как магом играть, блять. Ты смотри, у него там один промах в едином прикосновении. Значит, у него меткости, блядь, пиздец мало. Да какой нахуй? Прокнуло? Опа, одно сработало. Класс. БР отдали на пусту. Хорошо, что один. Давайте, у вас трай мне пишут. Да, там шаман уходит. Кей, не будет вам копий, будет, блядь, 14 кдпс, сука. Что там делает? Матку еще. Че ты мне всякую парашу скидываешь, ебать? Хуярит, блядь, какой лоскут, шкуры какой-то, блядь. Оставь копии на вторую фазу. Не нажимай копию, на выкинь с панели. ДК прошибает по 60% хп, так хильте, не знаю.
Ты кто такой добрый? Дев и прижимаю. Ты кто такой добрый? Если есть АДК, у тебя этот самый зелье брони, который тебе броню на сколько там, 2 или 3 минуты. Попыт, спей его тоже на лече. Ой, да если что, стан есть и гнев небес, так что, в принципе, и у него ревностный есть, так что он еще может психануть, нажать гнев после рельсы, а ДК умрет. Ну, ДК хил в приоритете. Теперь не броня, друзья, спасать, а твой хил, незыблемость, кровотвод 4-10, кровь вампира. Уклонение. Кстати, я подыкадам усиление магии, чтобы ему больше от хила прилетало. Сумасвод. А скажи, пожалуйста, сколько у тебя сейчас уклонения? Вот сейчас, вот я имею в виду с холодом крови. Поставь тотем от льда копар. Нажим вместе. Ну, на переходке льдом фигарит, допустим, рейд. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? На переходке льдом фигарит рейд, чтобы проще было хилить. Сумасвод, тотем от льда. Есть такая хуйня, что шаркающий ужас появляется всегда перед лицом лича. Поэтому поверни лича лицом на меня. А не к трону, не к ступенькам, чтобы шаркаль передо мной появился. И будешь молить о пощаде, но я не буду, ну, слушать. Просто сломал кто-то урон, поэтому придется тебе прожиматься. Послужит доказательством моей безграничной мощи. Катапульта, дай МКП. Ты пристудал. Ты не тому престуда. Вивальди, все нормально. Копар рейд захилит, ты тоже через раз хиль великим исцелением на ПВДК. Ко мне лицом меча поверни на треугольник. О, отлично. Миссарь уводит. Ходка 2%. Шаман, не будет к войду, не подходим. Залейте маму кресту, кто там не заливает. Ходка. Войда. Снимай. Пулевый духов. Гронер, видите. Опять диспелить ДК хуйнюшку. Ты по приколу в зиме стоишь или чё? Сова, уйди. Сова, уйди из-под морды. Чё вы от меня так далеко отошли? Вы достаете фига? Молодец. Отошли, чтоб чума не кинулась. Нам да, вы отошли на 40 метров, нахуй. Нам бейрить сову надо. Есть бейр хипуя. Пафайте сову сразу. Там прибежал. Гневный вреде. То вон он, гневно зверей. За 5 секунд. Давайте духа. Серу ледяную. Вот, следите. Да, что ты. Трэш хуй с ним, в рот его ебать. Бейте лича. Ты хоть бы прожал. Быстрее, забирай. Там валиком. Забери нахуй.
Пакистан. Забери ебаного лича, ты что тормоз такой, дай. Вальку сливаем. Пиздец, фога, есть, если есть БР. Все, пиздец. В лужу, блядь. Да, бомжи какие-то, блядь. А посмотрим, насколько он бьет. 48. Что-то многовато. Ну-ка, второй раз, что у меня. Да, там надо было хоть что-то прожать. Это он тебя так ударил, когда ты этот самый под пружинком был. 40. Блять. Ну, может быть, 3 хила надо. Надо 3 хила. И? Да, 3, конечно. ДПСа хватит. 3 хила надо. А, все, копар уходит. Да. Че долго? Тварь. Видишь, что это? Да, 10 оп, которая была вчера. Так вчера 10 гер было. Да, сейчас 10 гер, 10 гер, блядь. По-моему, у вас 10 гер было проще, нахуй. Это эпохальная десятка, нахуй. Миф. Да, да. Нам третью сложность придумали. Супергер, блядь. Да не, ну серьезно, ну так не должно лететь в обычке там. Сарказм такой. Пиздец какой-то. Поэтому, видишь, как перед трэшем тут, блядь, обговариваем действия. Я не говорю, то, что на лича. Это единственный вариант, 3 хила. Ардру берешь, спекаешь. ДПС. Песовый. Ну, один ардру, вон фога там. Так и идут, надо шамана добирать. Да похуй кого. Что, какой мистер Шам? Маршам жесткий. Видите, я чтоб хули престом кастануть вас, я не могу нон-стопом. Мне надо хотя бы один, хотя бы раз связывающим кастануть, это секунда. Только потом я могу великое. Но скорость применения будет великого, сейчас я скажу. 1.5 секунды будет. Слышь, после... Филипец, там, дебоб, кто-то из вас может в игру зайти? Надо наличать 10 оп, нужен Иршан. Зайдите, мы убьем лича этого ебаного. Сейчас я тестик делаю. Филипец зайдет. Тут танка бьет по 60 тысяч. Нужно захил очень сильно. У танка всего 59, без бафов. Тут не то, что сильный захил, тут надо, чтобы быстро разные хилы успевали хилить его. Тут сам, вот, понимаешь, мы с копаром как-то так получается, еще одновременно кастуем, это больше исцеление, у кого-то оно уходит в никуда. Это не столь важно. Понятно. Два пуста просто... есть, монорез, два друида есть, все с маной у вас должно быть нормально. Не, с маной все нормально, я тебе не о том, я тебе о том, что когда хилка уходит никуда, получается вторая цель проседает. Пипец, где там? Сейчас, тест дорешаю, 4 вопроса. Да нахуй этот тест. Вивальди, Вивальди. На, пей, пожертвую тебе. Два дела страй, так что сейчас это надо убивать с шаманом с первого трая. О, катапульта. Здравствуйте. Филипец скоро зайдет? Сейчас схожу. Вас. Ждем тебя. Это тоже. Ну, тот супер вообще. Это вообще не допустим. Да, это опять вайпнемся.
Да я сейчас копии даже не прожимал. Не надо, блядь. Блядь, только это, расовые перчатки. У меня сова хвам отпылесосила. Короче, я в обмен кинул, вас куты забрал.